Ребята, мы приехали в Miracle Garden. Мы тут уже гуляем где-то час. Я вспомнила, что нужно в целом-то записать видео какое-то. Отошла тут в уголочек такой укромный. Ой, смотрите, тут котик ходит. В общем, за этот час мы прошли уже весь парк полностью по кругу, получается. Сейчас начали заходить во всякие дворики. Наверное, сейчас скажу что-то, наверное, из полезности, и потом уже буду показывать красоту всякую вокруг. Получается, тут очень много места, где посидеть. Если что, если вы думаете, что вы устанете и негде будет посидеть, то тут просто полно всяких лавочек, арок, куча мест, где можно покушать, причем за не очень большие цены какие-то. Ну, на самом деле, зависит от места, но вот мы вначале проходили и видели, что было предложение, там что-то пицца плюс пепси на человека за 30 дирхам. Это не очень много, подберите с собой обязательно воду, потому что тут жарковато, все время солнце светит, тут не так много места, где ходишь именно в тенге, поэтому обязательно берем с собой водичку, пьем, восстанавливаем водный режим. Что еще есть такого полезного, можно сказать? Тут куча всяких, знаете, лавок с сувенирами, украшениями, всякой вот этой вот лабудой. Мы это не покупаем, но если кому-то надо, тут можно купить такие веночки на голову красивые для девушек. Вот. В общем-то, наверное, все. Самое главное, покушать есть, где очень много мест. Тут просто по кругу везде все в всякой еде, напитках. Тут даже есть Starbucks, по-моему, мы два места видели. Мороженое, кукуруза, в общем, всякие такие приколюхи. Ходят, продают шарики. Наверное, в целом это все, что можно сейчас сказать. Ну, естественно, очень много цветов, очень много всякой красоты. Мне очень нравятся фигурки большие. Вот я сейчас возле нее прям стою. Вот. Они выглядят вживую очень масштабно и прикольно. Тут еще, знаете, самолет такой в цветах Emirates, от бренда Emirates типа. Ну, в общем-то, я буду все подснимать, показывать, поэтому что рассказывать, лучше просто показать это все. Расскажу, в общем, еще немного, как сюда доехать. Мы ехали на автобусе, тут идет прямой автобус с остановки Mall of the Emirates, и 105-й автобус, он идет прямиком, без остановок, сразу до парка. Ходит он каждые полчаса, по-моему, с 9:30, но вообще можно расписание посмотреть в интернете. Там можно расплатиться обычной карточкой, которая на метро. Просто приходите, становитесь в очередь. У нас была очередь на автобус. Заходите, садитесь и едете. Мы ехали, наверное, минут 30 до парка. И также каждые полчаса отсюда уезжает автобус. То есть просто идете на остановку, садитесь и все в целом. Манго-чизкейк. Ну, прикольно. Оно не хуже, чем Баскин Роббинс мы брали, которая. Ой, там шарики пускают. Блин, дерево как будто из какого-то аватара взяли. Что это? Дерево? Может, это фанера какая-то? Просто нарисовали дерево, а сверху клеили дерево.
надо найти вход. Вон там вход в Smurf Village. Так учится, что тут поклоняются с мушиком, тут просто все у них. Но красиво, машинка какая-то прикольная стоит. Это в Смурфиках, короче, был этот злой волшебник или кто-то такой. И он с котом еще был. Вот. И он, по-моему, их то ли украсть пытался, то ли что. Короче, что-то такое, не знаю. Вот. И, видимо, типа, что он как на деревню попадает, сделает. Smurf Village, наверное, больше для детей, да? Нашла какое-то место с грибочками, и мы сейчас идем туда смотреть, что это за они такие. Я, короче, поняла, это такие же, как Smurf Village. О, какие милые. Милота, да? Такие все это прикольные. Ну тут мило очень. Взяли попробовать каких-то местных сладостей, которые берут все местные женщины, которые здесь ходят, как будет фест. Вкусно? Вот они тут фальши было больше. В Global Village, и тут просто как-то нереально круто, тут все такое интересное, такое, знаете, особенно сейчас ночь, все так светится, блин, тут очень круто. Мы пока что только успели съесть по картошке, потому что мы уже были очень голодные, взяли ее только потому, что нам показалось это чем-то знакомым, типа картошка с какими-то наполнениями, но это было вообще не очень, где-то на 5 из 10, и то только потому, что мы были голодные. Вот, и сейчас мы пришли в зону аттракционов, немного погуляли здесь и пойдем сейчас ходить по странам, смотреть. Блин, тут очень круто все оформлено. Я не знаю, так постарались люди, чтобы сделать это все в таких масштабах, так красиво. В общем, я надеюсь, Я пока жду Витю, короче, расскажу. Здесь, получается, разные павильоны разных стран. Типа там Аргентина, Япония, США и всякие вот, ну, в общем, разные страны. И у каждых стран, я так понимаю, внутри типа рынков. Мы еще не ходили, но зайдем посмотрим обязательно. Вот, и они очень круто сделаны снаружи. Просто, я не знаю, вот я увидела Японию, я была просто, не знаю, в восторге от того, как это красиво выглядит снаружи. Я обязательно это подсниму. И насколько мы вообще почитали, погуглили, что здесь закупаются именно местные девушки, женщины. И тут действительно очень много местных женщин, которые приезжают сюда за какими-то покупками. Они прям ездят с телегами такими. И покупают, не знаю, что, правда, но, в общем, что-то покупают здесь. Итак, первая страна, в которую мы идем, будет Japan. Вот Japan очень круто сделано. Прям вообще.
Я думала, в чай не будет ни одежда. А, я даже не знаю, что мы. Но не одежда. Это странно. Ну, какой-то бред, если честно, продают. Ну, типа, барахло всякое. Короче, в основном здесь какая-то одежда и просто непонятное барахло. Не знаю, очень странный выбор какой-то, что продавать. Куда? Что это, Пакистан? Афганистан. Афганистан. Короче, мы перешли с Азии на Афганистан. Тут почему? А почему тут продают шубы? Нашли наконец-то Россию. Сейчас пойдем смотреть. Очень интересно, что будет там и что будет в Америке. Потому что все остальные страны были такие, ну, средненькие. О, матрешки подъехали. Тут нужно еще вот медведя какого-нибудь поставить. И вот сало. Всякие российские товары. Прикол. Натура Сибирика. Смотри, там продают соду и уксус. Забавно. Тут продают пельмени и борщ. Ты видишь? Вот сюда надо было идти кушать. Заходим в Европу. Ну вот это непонятно, из какой страны Европы, если честно. Вот Европа максимально не европейская, это самое какое-то странное, неподходящее вообще. Это вообще Лондон какой-то. Причем тут Лондон? Ну ладно, Лондон еще хоть как-то можно приписать. Но все остальное... Не знаю. Обувь какая-то непонятная. Короче, фигня, да? Сейчас пойдем в Америку. Надеюсь, что она нас не разочарует, потому что Европа — это было просто какой-то, я не знаю, ужас полнейший. Окей. Что Америка у нас? Продаются шляпы какие-то. А чё? Косметика какая-то. А вот лес. О, пошли смотреть американские сладости. Ну это вот хоть что-то интересное, хотя бы уже реально похоже на Америку. Блин, как много тут всего. Мы сейчас идем уже домой. В общем, какие выводы? Нужно приезжать, когда намного больше времени, потому что тут просто огромнейшая территория. И обойти это все за, там, не знаю, 3-4 часа, мне кажется, нереально. Только если вот как мы, бегать просто по каждым странам. Тут еще началось какое-то выступление. Я бы, например, его посмотрела, но нам надо уже ехать на автобус. Там какое-то выступление. Сегодня идет танцы какие-то. По странам, короче, какие-то страны были, где к нам очень сильно приставали. Это вот страны типа Афганистана, Катара, по-моему. Там вообще мы зашли, по-моему, вот в
Катар или в какую-то страну, и там продавались в основном какие-то шубы, шелка, и приставали только ко мне. Просто мне каждый человек предлагал какую-то шубу купить. Вот. Страны, которые более арабские, типа Египта, Индии, туда, там ничего не предлагают, но там очень скучно, потому что там в основном закупаются местные, там абсолютно нечего смотреть. Просто пройтись, там очень спокойно, вот там даже никого почти нет из туристов, в основном только местные девушки, мужчины, вот, поэтому просто пройтись нормально, но так скучно, если честно, можно туда в целом даже не заходить, в одну какую-то такую зайти похожую и все. Вот, прикольно было в Японии, там какие-то танцы были, в Европе вообще ничего от европейского нет, если честно, в России... Ну, там были всякие товары, типа косметики, матрешки, всякие такие штуки. Ну, нормально в целом, хотя бы что-то похожее на Россию. Но сама атмосфера здесь очень прикольная. Мне очень нравится, просто все светится. И тут нереально красиво. Я не знаю, я просто ходила еще, не знаю. Мне кажется, часа два точно. Но уже уходим. Ну, в общем, если есть больше времени, обязательно сюда нужно приехать, погулять. Если хочется что-то купить, купите. Вот. И, в общем, мы заканчиваем. Поедем сейчас уже домой. Но тут просто, не знаю, нереальная красота ночью. Днем, я думаю, вообще не особо стоит ехать, если только не на закупки какие-то. Нужно ехать вечером, когда вот так вот все красиво светится. Блин, тут очень круто. Какой красивый выход. Офигеть просто. На выход, вход, скажем так. Ну и тут есть вот статуя свободы. Нам дали какие-то Cosmic Passport, в которые... И тут есть такие наклеечки. И получается, после прохождения каждой комнаты нужно вклеивать наклеечку. Блин, очень прикольно.